Так, друзья, добрый вечер. Все еще 11 февраля. Вот, покоя нет. Переживания за друзей, за новых друзей. Буквально тяготит мою душу. Значит, я попробую разбить мой вот этот фильм на несколько тем. Первое из них я называю «Очарование». Когда очарование, когда-то это было. Когда-то я прочитал книгу, у нее было очень знаковое название «Очарование темнотой». Вот. А здесь получается почти то же самое. Значит, плохую роль во всем этом играет очарование тем, что уже вроде бы достигнуто, видите? Вот. Это моя фотогалерея, не имеющая равных во всей России и даже за пределами России. Вот. И кажется, если к этому добавить мою агротехнику, все, а еще мои семена, вот, все, сбудется 100%. Вот. К сожалению, все это привыкало к моему месту, к конкретному месту, в течение почти 40 лет. Вот. И где-то обычай европейской России, как правило, это средняя полоса. Как правило, это люди без специального образования. С одной стороны, хорошо без специального образования, потому что с специальным образованием 100% вырастить невозможно. Но есть такие детали, которые, как правило, остаются за пределами внимания. А потом разберемся. Когда-то я так делал и оказался без средств существования, с саженцем, который был сожжен. Это действительность такая. Вот. И тем не менее, очарование моими успехами настолько кажется реальным, что люди берут землю, берут десятки гектар или даже несколько гектар. Для меня, и сразу будем выращивать, ну, то есть в промышленных масштабах. Речь пойдет о десятках, сотнях тонн продукции. Уже конкретно не будем. Яблони, груши, абрикосы, сливы. Вот, и так далее. Знаете, есть рекорды. Да не если только у меня. Кто-то меня уже и обошел. Еще подчеркиваю, меня обошли только мои ученики. Только. Вот. Да, мой опыт все. Но это еще дачное. Вот. Если риск минимальный, значит, в крайнем случае неразорительно будет. Очень легко посчитать, что как это делала наука. Вот. Это делала наука, пытаясь заработать свои дивиденды. Помните, как быстро были размножены на миллионы экземпляров клоновидной яблони? Вот, посоветовали. А ведь люди же пытались. 40 сантиметров между яблонями, метр между рядами. Умножаем, пусть ведро полтора на одной, на тысячи, и гектар будет давать сотни тонн. И в эти сказки многие поверили. Вот. Поверили в мои рекорды. Это действительно реальность. Это чуть ли не единственный случай в России с такими рекордами. Вот. По отдельным направлениям меня обошли мои же ученики. Но в целом повторить очень сложно. Какие-то сорта привыкли к северу. Даже появилось такое опасение, нельзя их на юг, сильно морозостойкие. Да, даже это. Даже это, вы поверите. Вот опять им надо приучать, теперь тепло. Ой, вот до чего дожили мы. А если это правда? Какие-то выдерживают суровые зимы, какие-то выдерживают засухи, какие-то выдерживают очень-очень суровый климат. Но все, чем вы будете заниматься, друзья, тем, у кого от нескольких гектаров до нескольких десятков гектаров,
Знаете, чем будете заниматься? Первый этап адаптации. Вот. Все, что вы захотите умножить, посадить, как в тот случай. Допустим, 2 на 2, как я говорю, погуще. Природа приведет. Или метр на 2. Конечно, в счете еще будет 4 на 4, 4 на 6. Вот. Это уже значит где-то на гектаре получится, ну, 300 деревьев. На 5 гектарах получится 1500 деревьев. Вот. А потом абрикос. Страшный пример у меня имеется. Я начинаю с абрикос, как то, что достижимо именно в моем регионе. И далеко не во всех. Крупнейший специалист, мой друг Чернышов Валерий Петрович, Царство ему небесное, Саратов, 5 лет без абрикоса. Причина – 30-градусные морозы и сильные ветра. При этом, при таких морозах. Представляете, как это звучало? Это звучало как ужас. А если это промышленный сад? Вот. Изменились времена и в моем регионе, казалось бы, идеальным. Ну что такое это бесснежный климат? Часто бесснежный, часто. Ну там снега по щиколотку. Так корни уже не вымерзают, опрокинуты теоретические воззрения на высокость корней. Вот. Сплошь гибнут вся нечисть, которая могла бы сожрать листья. Еще один плюс. Вот. Именно для абрикосов и для груш, видели мои груши-гиганты? Именно для абрикосов и для груш прекрасный, кстати, поблизости вот такая фотография. Вот. Именно таких деревьев, казалось бы, самый рай для них. Ну вот возьмем абрикосы. Груши пока вне конкуренции. Уже можно садить по всей России. Я уже ближе к телу. Вот. А абрикосы когда-то из 5 годов 5 плодоносили. Это 80-е, 90-е годы. Там примерно. Потом давай из 5 лет 4, а 1 год пустой. Еще 5-летка 2 из 5. 2 пустых. Потом дошло до того, что последняя 5-летка 2 пустых, 2 гигантских урожая и 1 посредственный. Но эти 2 года, когда пустые сады, если бы кто-то в моем районе вырастил бы промышленный сад, он бы зубы на полку положил. Вы представляете, 2 пустых лет кормиться нечем. Я о серьезных вещах говорю, ребят. Вот. А 2 полных урожая, вот как этот год, никогда бы вы не собрали. Вы бы плакали, но большую часть оставалась бы прямо на земле. Ой, жалко, я не готовил эту тему. Вы бы видели, сколько у меня в зиму сгнивших абрикосов ушло. Вот. Вот бы сейчас я еще не все фотографии показывал, вы в шоке были бы. А попробуй собери. Вот. Бригаду нанять на рынок. Нищета. Вы понимаете, к чему я уже говорю? На рынок, да, это. Вот смотрите. Еще ближе к телу. Сейчас, пожалуйста. Вот смотрите. Сейчас мы будем об этом говорить. Вот. Вот сидит человек. Так. Это Мичуринск. Вот. Ну, смотрел я фотографии с Мичуринского сада опытного. Совершенно ничем не поразили. А вот этот частник, видимо, вот эта дама, вот это все и вырастило. Вот. Я начинаю очень грустный рассказ о том, чем кончится желание зарабатывать на промышленном саду, саде, саду. Значит, нет урожая, красота, но затраты на нее все равно огромные. Сейчас мы будем об этом говорить. Есть урожай. Обратите внимание, я не случайно этот снимок выбрал. Спасибо Елене Александровне Савинич. Она была там и привезла мне огромную, огромную, огромную мне коллекцию именно. Именно эти фотографии. Посмотрите внимательно, глядите вокруг. Считаем. Вот сидят, это сидят продавцы. 1, 2, 3, 4, 5. Вот стоит 6, 7, 8, 9. Вот. Возможно, это покупатель. А вот этот, нет, это не покупатель. А вот еще 2 покупателя,
9%, остальные непонятно, нейтрально. Ну и что? А скажите к вечеру, что она будет со всем этим добром делать? А если это, тут два варианта, там, вы помните, ботокс и прочие эти технологии для того, чтобы до зимы лежали. А вы представляете, что придется все это травить, чтобы оно это как превратилось, ну, назовем это мумией, мумифицировать. Ну что вот с этим делать? Вот вырастить, это мечта любого нашего этого. Человека, у кого в генах сохранились именно садоводческие гены. Я же, у меня же дед кулак и другой дед кулак. Ну, отсюда я садовод родился. У обоих сады были. Ну так что дальше-то? Вот что будет вот к вечеру? Вот она сидит. Тогда вы скажете, сети торговые. Вот неудобно, я уже не раз, вот сейчас взять вот эту руку, сложить кукиш и показать тем, кто надеется на торговой сети. Этот кукиш не от меня, а от них. Хрен вам, конкуренты, блин. Ну, давайте дальше по порядку. Это грустная история. Это я буду говорить для тех, я еще раз говорю, мы все должны начинать с дачных садов до полугектара. Ну, если большая семья или объединение, то несколько гектаров, но уже объединение единомышленников. А пока поехали подряд. Есть те, которому я конкретно обещал все это рассказать, показать. У меня опыт есть. Итак, представим себя семью со средним достатком. Кроме кредита ей ловить нечего. Почему? Потому что попробуйте вы купить. Старье покупать я это проходил. У меня был старый трактор, старый плуг, старый лущильник. Вот, сенокосилка и так далее. Итак, трактор с полным набором навесного оборудования. Ну, в наше время сколько он будет стоить? А, никто вам не это самое в аренду не сдаст, не надейтесь, давать-то нечего. Вот, все, те трактора, все уже, которые когда-то в аренду сдавали, перестройка, новая мысль, они давно уже на свалках или на металлолом проданы. Для чего нужен трактор? Если мы начинаем от 5 га и больше, нужно на 3 га. Без трактора не обойтись. Мой сад сожжен. Сожжен специально, но спасти его было почти невозможно. Вот. Даже если человек идет с факелом, то тут ничего не поможет. А вы, как человек порядочный, зная, что вокруг только порядочное, будете рассчитывать только на случайный пожар. То есть опахиваются все 5 гектаров. Ну, берем 5, это как, так сказать, контрольную цифру. Все 5 гектаров со всех сторон. Широкая вспашка. Метров 5 не спасет, у меня уже такое было. Огонь, ветер прорвался и сжег. Ценнейшее у меня было 300 сосен. Они выросли, они достигли высоты 10 метров. Где-то есть старые любительские фотографии. То есть метр на метр на метр, 3 ряда. И каждому ряду через метр. Вот такая густота. И они полезли вверх, без всяких поливов. Там уже были грибы, там уже были... За 10 лет там уже были грибы, и были уже птицы, гнезда вели. Это был чистый сосняк. Вот. Но одной из каких хватило, потому что этот самый, лесная подстилка-то горючая. Все, и они горели, как спички до верхушек. Вот так огонь. Сейчас страшно вспоминать. Вот что такое спаска. Итак, ну, 8 метров. А вокруг, если у вас 5 гектар, значит, окрестность будет около, ну, по моим меркам, где-то, сейчас скажу, 250, ну, короче, километр. Вот это. Но потом вы будете делить сад на части, и в идеале вы будете вспахивать междурядья. Все междурядья. Вы можете рискнуть, ну, через 2 на 3. Так, ну, так как у меня было 50 рядов, вам все равно 10-20 рядов все равно надо будет. Вот. И стоит только эти междурядья пропахать, через месяц-два получают свой шанс семена, которые могли лежать год, два, три, 10 лет.
И вдруг шанс после этой вспашки, они быстро всходят, причем всходят, вспахали в июне, взойдут, в июле взойдут, в августе все равно взойдут, и даже в сентябре все равно взойдут. И причем, если старый дерн, он низкорослый, то это, где молодая вспашка, за месяц в три раза обгонит, и опять надо что? Ну-ка, плугом это уже не экономно, а уже, допустим, усильником. Усильник как раз подходит. Вы знаете, две эти самые, две батареи, вот так вот, и это прекрасно это работает. А особенно по вспаханному. Но без трактора вы ничего не добьетесь. Вы уже поняли. Теперь, для чего еще нужен трактор? Ну, вы можете сделать арычный, мы так делали, то есть один лемех и погнал вдоль 2 метрах от ряда. Делается арычный этот самый канава. Вот, особенно если очень удобный небольшой склон имеется. Так. Но есть у нее свои минусы, только я уже не могу сейчас говорить подробно. Мне за 220 вебинаров не успел все сказать. Вот то, что я вам сейчас говорю, вы можете не слышали. Вот, ладно. Арычный, я считаю, он, в общем-то, сейчас поймете, не так это все просто. И есть исключение из... То есть плюс на минус. Капельный замучите, чуть не назвал более грубое слово есть. Вот, матершинное я его не буду применять. Вот я с женщиной разговариваю, с удивительной женщиной. Был бы моложе, влюбился бы без ума. Но сейчас приходится держать себя в руках. Вот. Капельный исключаем как дорогой. И очень-очень бесполезный, к тому же сутками, чтобы насос молол, или хотя бы несколько часов, это тоже не дело. Дальше, значит, очень сложно, если везде и всюду понавесить этих шлангов и мощным насосом опрыскивать по железу то, что называется дождевание, только дождевание. Вот, и тут, а потом вступают в это другие проблемы. Ну хорошо, говорю об этом заранее. Например, если у вас поблизости есть озеро, пруд, это значит, и даже здорово, и купаться вы можете, и рыбу ловить, пожалуйста. Но именно вода та будет прекрасна, та вода будет прекрасна, годится на полив. Вот. Но это будет означать, что у вас близко грунтовые воды. Как правило, плохо. Если река еще лучше вода, речная вода уступает по качеству только дождевой. Ну, дождевую воду замучили заготавливать, сами понимаете. Вот река это и есть сборище дождевой воды. Вот. Ну, целую систему надо выстраивать, то, что называется, для полива. Тоже недешево. Вы учите, мы начинаем с того, что сейчас можно потом все это перевести в деньги. А пока мы говорим про трактор сотни тысяч, пока говорим про эту систему полива еще сотни тысяч, начинаем грустить, нет еще. Вот я обращаюсь к тем 20-30 человекам, которые были очарованы мной и решили сразу начинать с промышленного сада. Итак, я виноват, поэтому исправляюсь. Это еще не все. Самое простое посреди участка. Сделать скважину. Лучше 2 или 3, раз 5 гектар это много. Вот, и при этом вы получите, не да, если действительно до воды далеко, не дай вам Боже, получить артезианскую воду. Мертвая вода, никакой пользы, никакой вообще. Опять плохо. Итак, возвращаемся к речной или озерной воде. Ну, вы поняли, я же все по бегом говорю, не могу нигде остановиться, не то что остановиться, а наоборот расширить познание. Охрана. Вот. Охрана, когда у меня был мужик, который это все охранял, он утром говорил, я боюсь. Это я ходил с ружьем и отгонял. Вот. Но это тоже всю жизнь я не мог этим заниматься. Вот. И, то есть постоянно. И вот он прекрасный урожай яблок, великолепный. Он сидит в доме и говорит, кругом фонарики. То есть днем нет, не совались. Ну, я иногда попугивал ружьем.
Вот кто-то идет мимо, я раз воздух выстрелил, знай наших, у нас бы я вооружен и очень опасен. Вот народ там почти не было, это был остров, иногда он, протока пересыхала. Вот. Он сидит дома, нос не высовывает, ночью кругом фонарики. Вот, ближайшие деревень собирают мои яблоки. Да какие яблоки? Вот. А что такое настоящая охрана? А сколько вам надо заплатить, чтобы туда никто не совался? Ведь ограду капитальную, которую нельзя перелезть, пока еще такое не придумано, знаете. Вот. Давайте тогда пока эту тему оставим. Но охране надо платить чуть ли не как профессиональной охране. Вот. А сами, пожалуйста, итак, я сейчас сгущаю краски. Значит, когда Ельцин сказал, берите землю сколько хотите, там были нюансы, но я землю взял, выбил. Вот. И там было две проблемы. Первая, эта проблема была именно агрономическая. Вот. А вторая была охрана. Почему? Значит, я еще работал на заводе, это был 92-й год, когда вышел этот закон. Извините, я подробно, я не могу иначе. Я хоть не хочу упустить ни одного нюанса. Итак, я работаю там, ведущий инженер по промышленной безопасности, забегает ко мне мой приятель из поселка Бея. Вот. Только, пожалуйста, поверьте, что слово. Константинович, я слышал, ты землю взял, сад выращивать. Вот. Хочешь, я встану на колени, если ты сейчас не откажешь от этой идеи, я землю уже взял. Вот. И дальше он рассказал, это тихий ужас. Началась перестройка, этот самый совхоз, в котором этот сад был частью его, причем сад успешный, но убыточный. У нас в России все промышленные сады убыточные. Промышленные, плодовые сады все убыточные. Вот. Ну, это планово убыточное, понятно. Лишь бы у людей было хоть какие-то витамины, чтобы меньше зубы сыпались. И он и еще пятеро его друзей, все они работали на заводе, но пришла пора, вот оно новое дело. Они взяли и именно сад, у многих из них были паи. Знаете, как было, когда колхозы делили? Паи, кому-то трактор достался, кому-то кусок земли, им достался сад. С тех пор они не потеряли сон, и хотя они по ночам караулили, они не смогли от грабежа. Он мало того, что был планово убыточный, он стал планово. В общем, когда он ко мне пришел, Константин, я встану на колени, мы все уже бросили его. Больше мы, а ведь это был знаменитый Бейский сад. Вот. А наступило время какое? Вот какое сейчас. Абсолютная нищета в колхозе, работы нет. Кто урвал ведро 2,10, куда их? Правильно, на рынок. Вот. Не свиней кормить, куда когда дня, а на рынок. Вот это было. Меня это совершенно, я отмахнулся от него, как от мухи. Вот. А потом я, есть такое выражение, малый не дурак, и дурак не малый, возможно, это ко мне. Вот. Но раз я все-таки наполовину первый малый не дурак, вот, то я, по крайней мере, решил упростить всю агротехнику. Это значит, я садил прямо в дерн. Вот. А перед этим, чтобы мне эти 5 гектар дали, ну, я все время забываю, у меня еще был напарник, толковый парень, на все руки мастера, и этот, и токарь, и пекаря, и этот самый, и тракторист, и шофер, и кто угодно. Вот, и слесарь, и электрик. Мне повезло в этом плане. Так вот, что получилось? Итак, 200 гнезд, ну еще гектар прихватизировали, случайно, совершенно случайно. Ошиблись, когда колья обтыкали. Чисто случайно. И стало 6 гектар, 2000 гнезд, вот, прямо в дерн. Потом вся мне жизнь показала, что это была моя главная. Все-таки до плодоношения и до десятков тонн я довелся. Вот, почти ничего мне не делая. Это уже опять. Но пока я сказал самые азы агротехника. А мне надо было сдать экзамен. Приказ был такой. Ты кто такой? Городской житель? Пожалуйста. Сдашь экзамен? Кому сдашь? Заместителю поселкового совета Шушенска по
сельскому хозяйству. Вот. А мне на все была неделя. Я как студент ночами не спал. И несколько книг это до сих пор помню. И каждая книга начиналась: перепахал, задал этот самый минеральное удобрение. Ну, там я прикидывал, несколько тонн надо было. Кстати, мы нашли склад, где догнивали эти несколько тонн. Мы его тоже прихватили, потому что он был, правда, без охраны. Мешки были уже порваны, сгнившие. И мы лопаты собирали. То есть мы не воровали, нет. Мы брали то, что плохо лежало. И отравляло природу. И это было. Вот. Но что мы сделали, это второй вопрос потом. И как я использовал именно эти самые амячную селитру. Это второй вопрос. Или десятый. А на тот момент главное, что я посадил сад без ничего. И через несколько лет он начал давать десятки тонн. Но это опять про то. Главное, что добился чего-то. Вот. И стоило один раз, мне стоило сдать потом сад в аренду, и арендаторы тут же проспали, когда приехали мотоциклисты и сожгли его. Что они против меня имели, я сейчас не знаю. Подробно я уже вам рассказывал. Но вы понимаете, что чаще всего сады горят так. Вот я смотрел, несколько участков мне показывали, задавали вопросы. А вот видите, вот склон. А как повезло, со стороны севера и запада мощный лес. Густой, там сосновый, тополевый, огромные деревья высотой. Вот у меня возле сада был этот самый девственный лес высотой 6, я прикидывал, высотой 6 этажей, представляете? А дальше-то что? Смотрите, мой участок оказался на продуваемый. Вот. Ну хорошо, у меня быстро росла ограда. А люди, которые берут там еще как, там, где девственный лес, его не выкорчуешь. Наши предки сжигали, потом корчевали. А вот где поляна, а там может завести, ничего не будет. А что я скажу человеку? Надо уметь рамками работать. Видите, как все круг закручивается. Ну давайте по порядку. Видите, я тут умудрился даже циферки. Пункт за номером раз, трактор. Пункт за номером два, охрана. Поговорили. Где вода? Примерно поговорили. Вот. Сроки. Семечки вот два этапа. Придется прививать. Садить культурные яблони, груши бесполезно. Это сразу это самое. Долго говорить, просто верьте на слово, бесполезно. 6, 8, 10 лет до первого плодоношения, неизвестно, что еще и вырастет. Вот, не против, но это хорошо в дачном саду. Вот, потому что там можно и подождать. Магазинные, рыночные яблони исключить. Что я имею в виду? Вот. Я имею в виду, что здесь не то слово. Саженцы. Вот. Это все. Считайте, вот если вы купите магазинные или рыночные саженцы, лучше сразу в костер. Вы потратите на них, ну, 5 гектар, 2000 саженцев, да? Примерно. Даже если учесть, что они потом ни одна не погибнет, вы займете 2000 посадочных мест. Вот. Самая сейчас ходовая цена рублей 300-500. Но все-таки вы же хотите самую дешевку, вы знаете, скупой платье, берете по 500, значит, 200, 2000, добавляем 0, 20 тысяч, еще 0, 200 тысяч, это 5 миллион. Еще раз, 5, 2000 умножаем на 500, 2000 на 5, 10 тысяч, 2 ноля, да, миллион рублей. Ну, подумаешь, возьмете кредит, только чем отдавать будете? А пока вы вырастете, и следующий момент, пока они у вас вырастут и начнут давать плюс, даже если вы будете пожить, у вас как мой сад, и даже будет привитый, а привитый это плодоношение обычно начинается, ну, в среднем, я без крайности, на третий год, а на плюс вы выйдете на пятый год. На 5 лет вы будете за это время, знаете, какой процент у вас кредита будет? Отдавать вы уже будете 5 миллионов. Вот. Это самое. Тут быстрый кредит не поможет, а длинный кредит вам никто не даст. Ну, вы знаете, где живете. Вот. Это не для вас вся эта кредитная система. Вот. Дальше.
Итак, магазин на рыночные саженцы, сразу выбрасывайте, вы сэкономите, это самый миллион. Нет, то есть если купите, то даже вы купите, а потом с рынка сразу отнесете на костер, у вас будет убытка всего 1 миллион. Всего. А попробуйте их посадить. Вот. Тогда у вас будет 3-5 миллионов. Вот. Поняли? Идем дальше. Биолокация. Биолокация в данном случае нужна не только для того, чтобы найти воду. Тем более, еще раз говорю, эта вода будет бесполезна. Не дай вам Боже добуриться до артезианской воды. Вот. Да, для деревьев эта вода, это антифриз, это повышенная морозостойкость, если вы посадили сад именно там, где очень жесткая вода, насыщенная растворенными солями и минералами. Да, но это деревьям нужно, которые питаются и там, и снизу земли. А то, что вы польете, у вас вообще не будет. Да? Но это опять мы уходим в сторону. Биолокацию я имею в виду, или лозоходство я имею в виду, это то, что вам придется часть деревьев посадить обязательно, потому что участки 5 гектаров, это полно будет. Может быть, это полгектара. Может, это будет 2 сотки, 5 соток, но будет. И везде, где будет там деревья расти, считайте, что деньги на ветер, они расти не будут. Пока вы увидите, что они не растут, пройдут годы. Мало ли почему не растет. Ладно, биолокация, это пункт 6, проехали. Хранение плодов без отравы. Невозможно. Абрикосы сгниют однозначно. Я имею в виду без отравы, не отравливая плоды до состояния мумий. Вот. Знаете, как мумий сохраняет? Вот он труп, а это и сотни лет лежит труп человека. Здесь почти то же самое. А здесь надо, чтобы всего лишь месяца три полежало. Лучше до зимы. Потому что зимой цены вырастут. И разница. И вы хоть можете хоть вернуть те самые кредиты. Разбогатейте, разбогатейте, но кредит вернете. Так вот, промышленный погреб. Сами знаете, летом в нем тепло. Я всегда замечал, у меня погреб железобетонный. Летом так прогреется солнце. Это нагреет, что сентябрь-октябрь, а в нем плюс 15. Да что же это за погреб такой? Хотя большой, вместительный. Холодильники, это значит электричество. А теперь я тоже смотрел, через мой остров проходила огромная и сейчас высоковольтная линия. Подключиться к ним исключено. Кажется, 110 киловольт. Кажется, что я даже не стал узнавать. Шансов на подстанцию был ноль. А если бы сделали подстанцию, мне пришлось бы продать, значит, все, что я имею. Значит, взять кредит на 100 лет во всех банках. Так, продать еще что? Вот. А за это, за все, ты продай мне жену. Ладно, это чуть, я шучу. В общем, а речь о подстанции не идет, а другого, а больше нету. Все. Значит, надо иметь дизель, который будет молотить-молотить круглые сутки. Так? Если с ним что-то случится, сгниет сразу. Автомобили, рефрижераторы. Никуда не денетесь, ребята. Это столько скоропостижный груз. Вы еще руки не опустили? Смотрите дальше. Теперь государство не рассчитывайте. Обдерут как липку. В любой момент. Значит, последний пример был. Ведь это рассказывает человек с крупнейшего канала. Конкретные фамилии, конкретный район, Подмосковье. Фермер продавал то, что должен был продавать, овощи. Ему подняли арендную плату. Вы думаете, в два раза, в три? Нет, вы что, какой? Кто же может поднять в 2-3 раза? Это же грабеж. Может быть, на 2%, может, на 10%, может, на 50%. Нет. 40 раз. Вот тогда и попробуйте продать, когда вам предъявят то же самое. Еще раз говорю, государство обдерет уже официально, как липку. Пример я привел. Это пример центрального телевидения. Оформление. Оформитесь или ИП, или КФХ. Удавка на шее. Пока вы получите первую продукцию, это пройдет несколько лет.
все эти годы вы будете ездить и отчитываться. Вот. Дом построить, хрен вы построите без генерального плана. Кошелек у вас где? Вот. Это не удавка на шею. Ну и еще, я не все сказал, это все, что я испытал. Итак, значит, людей нанимать надо. По колхозным меркам, это 5 гектар, это 5 человек. Но у нас же технология по железу. Первый год попахал, а потом чуть ли ничего не надо делать. То извини, 5 гектар скосить, это тоже нелегкий труд. Я кашу ручную, но у меня 0,5 гектара. И то человека нанимаю. Вот, ну, где-то косит где-то 3 дня. Вот эти 0,5 гектара. Хорошо косит. Ведь попробуйте вы косить, когда кругом саженцы. Попробовали? Понятно. Тогда получается, что нужно еще платить еще одному человеку. Вот. Реализация. Торговой сети недоступны. Это я вам показал. Вот это вот. Забегаю вперед. Итак, 3 покупателя. Вот. И мне страшно представить, что она будет с этим добром делать. Это чудо, это сказка. И тут же рядом фотографии, вместе с этой фотографией, из этого самого сада, опытный сад Мичуринского института. Вы понимаете, что это значит? Оно никому не надо. Вот это страшно. А вы попробуйте увезти теперь все это. Ага, сразу машина. Почему я сказал, что вам тот, кто за это захочет заниматься, что понадобится? Понадобится рефрижератор. Сколько может стоить рефрижератор? Ну-ка, я не интересовался. Поинтересуйтесь вы. Я говорю, тем, кто взял 5, 10, 20 гектаров и сразу решил заложить этот самый промышленный сад. Я это называю не очарование этим технологией железа, а очарование темнотой. Ну, а дальше наемный специалист. Вот когда вы наймете, вот, и даже если все получится, представляете, косточки железа, завод, вырастите саженцы железа, да еще как я научу, но я вот уже в вебинаре все было. Не весь 5 гектар, а 2-3 сотки закладывается маточник. Вот. А потом уже начинается расширение. Постепенно 5 гектар можно захватить. Но это будет постепенно. Потому что на первом этапе вы сразу начнете, с первого года вы начнете продавать саженцы уже выращенные очень быстро, эффективно. И с первого года. И сразу у вас уже плюс будет. Даже плюс. Я приведу свой пример, вы все поймете. Но давайте закончим вот эти. Пункт 11. Наемный специалист, у вас их много. А вы еще скажете, я буду зарплату платить. Это еще плюс 1. А? Я знаю, к кому обращаюсь. Я знаю, кто меня слышать будет. Еще одна зарплата. За что? Он уничтожит сад. Это гарантия. А выученный по-новому, по железу, садовцы по железу, вы найдете его там, а сами человек не потянет, это бесполезно. Ну, про кредиты я уже говорил. И альтернатива. Это уже пункт как бы 13. Я почему не ставил цифру 13? Вот здесь удобно 13. Я напишу 14. Вот. Пусть будет сразу 14. Альтернатива. Сразу закладывается сад, закладывается плодопитомник, маточный, сразу переход маточный сад, а потом уже сад промышленный. На любом время можно остановиться. Исходя из кармана, исходя из толщины кошелька. Вот. И еще я всегда говорю, вот, несколько женщин, очарованные темнотой, вот, я потом намекал, как-то неудобно было, кто будет помогать. И вдруг я узнавал, что помогать некому. Вот. Большой семьи нет. Большой, когда там 5-10 побырался сыновей, допустим. Нет такого, это не те времена, 19 век. Значит, как правило, это одиночество, неудобно это слово говорить. И тогда я говорю, сперва мужика большим, вот смотри, вот так показывает, большим кошельком. Вот. Тогда еще можно, что и то, если он будет
настолько альтруистом, что из любви к вам он вложит деньги, почти такое серьезное дело и рискованное. Вот, теперь я почти все сказал, так и до конца, чтобы чувствовать себя, что не виноватым, что кто-то руки опустит и скажет, да пошло на все. Вот это самое страшное. Я начинаю показывать, ну, я много не могу говорить, устаньте. Только один пример. Итак, вот, сад сгорел, так, значит, я с 2001 года на пенсии, а помните, какая пенсия была? Ладно, не это, не жалейте меня, я не пропал. В 2005 сгорел сад, я беру лес, начинается с одной стороны от меня метров 200, а с другой стороны метров 600. Вот. И даже не имея автомобиля, был момент, да, без автомобиля. Вот. Я выкапывал, в мешке приносил по 5, по 10, старался с комом земли саженцев. Так. Доставал с погреба немножко деревьев, после пожара осталось несколько десятков. Черенки. Весна прошла, через 4 месяца, 5, я начинал осенью продавать саженцы. Про меня уже знали, хорошо знали. Вот. И по телевидению я не стеснялся, выступал и уже учил других. Меня сад к тому времени научил всему. И я продавал, первый мой был промышленный, но все не считается, там тоже был питомник, тут все сгорело. А здесь у меня первые 500 саженцев, так, я продал их все, ну, почти все осенью, немножко весной, ну, допустим, осенью 400, по 500 рублей, и у меня, кроме пенсии, осенью 2000, сейчас скажу, 5 или 6 года, у меня в голове путаюсь, 5 или 6 года, осенью у меня за месяц было в кармане 200 тысяч рублей. Ну что, пропал я? Нет. Но остров меня всему научил. Вот эта агротехника по принципу, а вот это надо делать. Да пошло оно некогда. Еще лучше. Деревья не калечим, еще лучше. Подробнее иногда отдельные картинки рассказывал фотографиями. А сейчас это просто, ну, наболело. Знаете, как не хочется быть ответственным за тех, кто, видя вот это, считает, что сейчас, и вроде бы правильно. Вот. У меня еще один пример. Он звучит так. Ну-ка я найду сейчас этот год. А, прямо в последний год. В 2005 году, это и еще 5 минут и закончим. Я должен сказать, что я не болтун. Часть из этих фотографий сделана в молодом саде. Я уже учил вовсю. Учил всю Россию. Уже было около 300 на тот момент статей в центральной печати, в крупнейших газетах. Да, я революцию не сделал в садоводстве, потому что все равно этих, кто учит убивать, их гораздо больше. В сотни раз больше. Я революцию не сделал. Но я говорю, что я уже умел. Итак, 2015 год, 10 соток. Я беру участок, вспоминаем, 100 раз про это говорил. Закладываю сад и еще говорю, каждый год вас знакомил, каждый год отчитывался. 2016, 2017, 2018. Вот это вот посажено было, вот это вот, в 2015 году. Это три ее роста уже было в 2019. Вот девушка не маленькая, Елена Александровна Савинич, помощница, умница, красавица. Вот. И представляете, за 4 года три ее роста. Вот это и есть настоящая агротехника. Без единого полива. Вообще. Почему так получилось? Ну, я, значит, деревья не калечил, почву не калечил. Ну, знаете, на чем я это. Вот видите, как я показываю. С точки зрения науки. А оно вот оно. И вот получается, что я сдал экзамен. Казалось бы, устарел. Казалось бы, в 2015 году мне было уже 50. 15, сколько мне было-то? 50-м родился. Мне было 65, что ли? 65 лет я заложил новый сад. Ё-моё, это когда же я успел-то? Да, я экзамен сдал, вы понимаете, он сейчас ломится от фрукта. Вот.
Вот это, часть из этих, я не могу сейчас каждую показать, часть из этого, это и есть тот самый шаг. Вот это. Вот. Почему? Он молодой, но на нем плоды максимально крупные. Потому что они начали плодоносить, а это еще 5, 6, 7 год. Вот это все. Убедительно, но есть особенности. Я приучал эти деревья к местности. Я приучал местность к этим деревьям. Как? Вот эти все хитрости. Вот. Врач по принципу нехороших. Вот и все. Приучил? Приучил. И теперь мне надо заканчивать, потому что вы мне скоро скажете, пора чай пить. Вот. Я надеюсь, что вот на этой оптимистической ноте я закончил. И еще снова говорю, ребята, в начале, как там было, в начале было слово, но это в Библии. В начале это было, второе рождение после пожара, уже как селекционера, и еще эффективнее я стал зарабатывать деньги. Другой вопрос, куда ты дел, почему у тебя нет коттеджа, почему у тебя нет, кроме хрущевки, квартиры, вот, и этих самых домика, обитого рубероидом. Но это уже другой вопрос. Это вопрос самосознания, вопрос того, что я побывал на том свете, я знаю, что он существует, я знаю, что это не Сеченову. Ура, Сеченов обнаружил, доказал, что это в учебнике биологии нашей страны, громко кричу, в учебнике биологии нашей страны, биологии, написано, что Сеченов доказал, что у человека нет души. И ему аплодировала вся общественность, это российская. А потом революция. Вот. А потом миллионы трупов. Так вот, есть у нас душа. Вот. И, наверное, предопределена была судьба вырастить вот это. И вот. И попутно доказывать, что есть душа, есть. Чтобы как можно меньше зла было на земле. Вот. И чтобы больше молодые ребята не сжигали сады на мотоциклах. Вот. Но видите, насколько оптимистично все закончилось? В таких случаях, да, Бог есть. Бог сказал, черт с ним, пусть сжигает железо усат, зато он станет селекционером и будет не ради там 20-50 тонн жить, вот, пытаясь реализовать, прежде чем они сгниют. Вот, и отбиваясь ружьем от этих, от варья. Вот. А ради вот этого великого дела. А посмотрите, какие у меня помощники. А, знаете, мне все время Елена Александровна говорит, пришлите мне фотографию. Вот они, а я все забываю. Вот. Это она вырастила уже в моем саду. Вот это. Вот. И ради этого, согласитесь, ради этого стоило жить. Все, на этой оптимистической ноте. Я все-таки надеюсь, кого-то я даже не отучил и не прошу опускать руки. Давайте начнем не с... засадим 5 гектар, замучитесь поливать, замучитесь обкашивать. Постоянный страх пожаров. А пожар у нас страшное. Одной хватит сигареты или специально кто-то нарочно подожжет. Вот. Постоянный страх воровства. Вот. А в основном мои не оппоненты, а как люди, которым я пытаюсь это внушить, молодые, симпатичные, женщины это красавицы. Вот. Но давайте постепенно постигать эту науку. Вот. Вместе с учением прививать и так далее, и так далее. И с моими семенами, потому что то, что вы видите, этого не может быть никогда. Щипайте себя быстрее. Вон они, одни ранетки. Одни ранетки, смотрите. Одни ранетки. Видели? Вот. Все, друзья, я разговорился, но у меня наболело на душе страх перед тем, что кто-то, очарованный мною, думая, или вот этими вот фотографиями, на самом деле, очарованный темнотой, впереди такая муть, еще неизвестно, что завтра вообще будет со страной. И все равно говорю, ребята, европейская Россия, бегом! Только раньше говорили, задрав штаны, бегом за комсомолом, задрав штаны, бегом в Сибирь, пока еще есть заброшенные, полузаброшенные деревья, где еле теплится жизнь. Пусть это только грунтовые дороги. Вот.
Пусть она только гравийные дороги. Вот. Пусть там через один дом пустой. Почти бесплатно. Или... А, сейчас уже не бесплатно. Купите дом. И пусть стоит. Вот. Чтобы потом, когда огромная орава, миллионы людей, беженцев кинется из Москвы, из Питера, вот, вы будете знать, что у вас, по крайней мере, можно куда-то приехать и затопить печку. Исключайте это, не надо. Я не говорю, что я не призываю, я не говорю, что это будет. Вот. Но я просчитываю варианты. Есть процент вероятности? Все. Бегом в Сибирь за домом. Говорят всей души. Вот. А потом сады разведете. Будете по выходным ездить не в эту, не Баден-Баден или как там, а будете по выходным и там по отпускам ездить в Сибирь, ловить рыбку, форель. Мы форель развели. И садить сад и тренироваться, как выживать. Когда будет своя морковка, лук. И главное, у вас будут здоровые дети. Вот на этом я закончу. Показать вам ребенка. Вот такого. Напоследок. Видели? Я желаю, чтобы вы, у вас были такие же фотографии, с такими же урожаями. Вот, с такими детьми, абсолютно здоровыми. Все. Кажется, мне это удалось. Я сказал то, что я хотел сказать. До свидания, друзья.